друзья, ваши аплодисменты. Вас приветствовал Московский кадетский музыкальный корпус, ансамбль барабанщиков. Доброе кремлевское утро, уважаемые дамы и господа. Друзья, мы рады приветствовать вас на ежегодном фестивале детских духовых оркестров «Спасская башня детям 2016». Боем барабанщиков Московского кадетского музыкального корпуса мы открываем третий день фестиваля, который неизменно будет наполнен музыкальным великолепием, красотой звуков и юными талантами, которые уже сейчас сидят на сцене. Право открыть финальную программу мы предоставляем нашим друзьям, коллективу, прибывшего из небольшого города Молодогвардейска Луганской Народной Республики. Ваши аплодисменты. Коллектив представляет город Краснодон, который известен всему миру как родина героев молодогвардейцев. Молодогвардейский детский духовой оркестр был создан в 1975 году. Все эти годы им руководит почетный гражданин городов Краснодона и Молодогвардейска, заслуженный работник культуры Украины Леонид Николаевич Тимошенко. Город Молодогвардейск расположен в окружении шахт объединения «Краснодон-Уголь», и в оркестре занимаются в основном дети шахтеров, учителей и медицинских сестер. Начиная с 1980 года коллектив оркестра стал участвовать в конкурсах различного уровня – областных, региональных и международных. И за 40 лет существования ими были завоеваны только первые места и гран-при различных фестивалей, и проведено более 2000 концертов, только представьте. А в 2016 году музыканты отправились в столицу России, чтобы заявить о себе на фестивале «Спасская башня детям». Итак, под ваши аплодисменты мы встречаем на сцене Луганскую Народную Республику, образцовый духовой оркестр Молодогвардейской детской школы искусств города Краснодона, руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры Украины Леонид Николаевич Тимошенко. Музыка Александра Федуркова, слова Михаила Танича, «Луганщина, песня моя». Солисты Элла Миродинка и Екатерина Киргетова.